пехотинцы, готовьтесь. Сообщайте боевую задачу. Объект. Не упустим победу. Разбит очередной отряд противника. Сообщайте боевую задачу в полной готовности. Хорошо, парни, пришла пора повоевать. Точка наша. Эй, парни! Мы готовы выступать. Теперь войска смогут использовать прилипающие противотанковые гранаты. Так точно! Стрелковый склад! Стрелковый пехоты! Так мы скоро потеряемся. Мотопехота ждет приказов. Защитить склады боеприпасов от вылазок противника. Докладывают о потере техники. Территорию отрезали от снабжения. Отряд готов. Противник движется к одной из наших ключевых точек. Меня стреляют!
Нас отрезали от снабжения. Склад боеприпасов, атакую. Передовые линии снабжения разбиты. Противник! Не расслабляться! Враг наступает! Выполнить задание готовы! Они отрезали один сектор. Территорию отрезали от снабжения. Полной готовности. Парашютисты в вашем распоряжении. Наблюдательного пункта доклада. Мы теряем сектор. Цель захвачена, но это было непросто. Теперь в бой можно направлять отряды Люфтваффе. Докладываю о боевых потерях. С наблюдательного пункта докладывают. Мы теряем сектор. Полная боевая выкладка. Парашютисты на посту. Снабжение нарушено. Наш сектор отрезан от источника снабжения. Мы теряем сектор, обеспечивающий нас боеприпасами.
крайне нарушена. Наш сектор отрезан от источника снабжения. Десант к несению службы готов. Несем потери! Они пытаются нас отбросить! Вот такие дела. Мы закончили строительство. Теперь это наш захвачен. Координаты для парашютной выгрузки противотанковых орудий. Экипаж 57-мм орудия готов выполнить приказ. Объект захвачен. Стрелковый взвод занял оборону. У противника 300 очков. Снабжение нарушено. Наш сектор отрезан от источника снабжения. Это противотанковое орудие. Мы закончили строительство. Какой у нас план? Докладывают о потере. Они открыли по нам огонь! Танковая гвардия! Прикрой меня! Точка под контролем. Врага нет. Передовые пути снабжения перекрыты. Слабеет. Доступно повышение боевого опыта. Вперед! Цель захвачена. Ответный огонь! Сухопутные войска Люфтваффе к боевым действиям готовы. Теряем склад боеприпасов. Противник! Закончили! Сейчас надо будет на себя стрелять! Сейчас я встречу тебя спиной!
от источника. Точка наша! Вызывал кавалерию. Подразделение уничтожено. Вот так, строительство закончено. Кавалерия вышла на поле боя. Янки позарились на нашу территорию. Передовые пути снабжения перекрыты. Штурмовая группа теперь сможет оценить преимущество центра поддержки. Отряд, становись! Не нас отрезали от снабжения. Враг наступает. Подкрепление сбито. Крыль! Противник отбивает наш топливный склад. Сектор. Территорию отрезали от снабжения. Бойцы, база под вражеским огнем. Они зашли в периметр и атакуют базу.
Обстреливаю. Улучшения завершены. Они зашли в периметр и атакуют базу. Отряд противника разгромлен. Так держать! Доступная нам зенитная самоходная установка «Ирдельник» роет врага в землю. Мы под сильным обстрелом! Мы попали под обстрел! Они добрались до нас. Базу атакуют. Бьют по базе.
бьют по базе. Противник подрезал отряд пехоты. Не прекращать огонь! Поступил приказ! Мы под сильным обстрелом! Приготовиться к выходу! Вперед! Немецкие солдаты снова доказали свое боевое превосходство. Вирбельвинд готов к атаке по самолетам противника. Вражеский отряд уничтожен. Группе открыт доступ к зенитным орудиям. Добрались до нас. Базу атакуют. Союзники положили свои жизни за родину. Вражеским огнем. Возможности центра поддержки улучшены. Подрезал отряд пехоты. Боевой отряд готов к выходу.
бою. Они бьют по базе. Немецкие солдаты снова доказали свое боевое превосходство. Под вражеским огнем. Наш отряд геройски пал. Теперь на врага можно сбрасывать основные бомбы. Мы теряем склад боеприпасов. Зашли в периметр и атакуют базу.